Ребят, всем привет! Это канал Мистер Кэт, меня зовут Сагиров Иван, я играю в Skyrim Special Edition на сложности легендарной. И мы идем получать легендарнейший артефакт. Пойдемте. Я прохожу в стелс-режиме. В режиме убийцы. Тихий, незаметный. Так, там какая-то ловушка. Ой-ой-ой, да что ж я не тот режим. Включаю. А тут, наверное, сферы выпадут. И, судя по всему, не одна. Судя по всему, ты прав. Так, секунду, ребят. Я там делаю какие-то скриншоты и яркость убавил. Я все-таки добавлю яркость и игра легенда. Все нормально. Ой-ой-ой! Как-то непривычно. Что они так разваливаются быстро? Нифига себе. Конечно, непривычно. Еще бы было привычно. А, Оричи щит, увеличит сопротивление холоду. Ну, сопротивление холоду мне и так отлично. Господи, что это? А, это детали я как-то потерял из виду. Больше никто? Никого? Так, мне вниз, но нужно быть внимательным. Я лучше сохранюсь, потому что вот эта вот мельница... Ребят, я говорю, это у меня сразу в салатик. Но я на кнопочку не наступлю. Ой-ой-ой-ой, вы только посмотрите, а кто-то все-таки попал на эту ловушку и пострадал. Да что ж я не ту кнопку жму. Взламывать, да? Нет, не надо. Ладненько, пробираемся дальше. А, кто-то ходит. Кто-то ходит. Так, тут даже несколько их. Так, стойте, это у меня, по-моему, да, Оричья стрела. Да, я, честно говоря, наверное, возьму драконью стрелу. Она с максимальным уроном. 25. И плюс давайте нанесем еще на нее яд. Смертельный яд. Ну, я какой-то брал яд. Запас сил? Да нет. Вот, 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 вот. Теперь главное не промазать. Ой. Ой-ой-ой. Кто-то слег. Кто-то слег. Пойдет сюда или нет? Я думаю, не пойдет. Все-таки показалось. Конечно, показалось. Стрельба во лбу. Тебе потому что голый ходит. Нормальненько. Кем бы он ни был. Найдет. Обязательно найдет. Обязательно, обязательно. Не, серьезно, она голая. Что происходит? Забыл одеться. С кем не бывает. Я думаю, она вообще без брони. Но одержимые все-таки. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, это ж надо так попасть, а? Вот именно вот сюда. Да я прям мастер. Да, конечно. Когда-то отыграл все-таки за лучника и неплохо отыграл. Там у нас получается новая локация. Тут у нас что-то есть. Ужасный запах. Ага. Возьму, наверное, вот так вот. И двигаемся дальше, ребят. Двигаемся. Он, наверное, идет отдохнуть, да? Что разбудил тебя, брат мой? У меня приказ от Аркендора. Да? Что такое?
Он хочет, чтобы завтра в Арканекс доставили еще несколько бочонков и хора. Так зачем меня будить? Я уже все уладил. Прости, а теперь дай поспать. Мои силы и терпение на исходе. Да, брат мой, прости меня. Да благословит тебя Бериайт. Да-да, и тебя также. Иди. Ну, они тут все поклоняются Бериайту, но ему это не нравится. Так что мы выполняем его волю. Так, что у тебя есть? У тебя есть отмычечка. Также мы попробуем твою кровушку немножечко. Да. Тихо, спокойно и без шума. Записка одержимого. Ну что ж, пойдемте, сейчас разберемся с тем парнем. Ой-ой-ой, он, кажется, сейчас заметит, что что-то тут нечисто. Давайте проверим его снаряжение. Господи, как мне нравятся эти моменты! Возвращаемся к убийце. Да, когда-то я с Цицероном нормально походил. Ух, мы погуляли. Конечно, его фраза меня постоянно бесила. Там что-то про котят. Как он будет издеваться над котятами. Это мне постоянно хотелось ему перерезать глотку, но... Все обошлось. Я спокойный. Спокойный, спокойный. Ой, паучок, приветик. Отдыхаем. Господи, вот эта вот скрытность у вампира, это какая-то имба. Не, ну серьезно, если ты хочешь поиграть за вора на ранних стадиях игры... Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Какое-то палево. Нежданчик какой-то. Внезапный. Они как-то повыскакивали со всех сторон. То самое классное стать вампиром. То есть у тебя скрытность сразу, там, по-моему, 35, ну представь, без прокачки 35, и плюс ты начинаешь там прокачиваться и играешь. То есть на легенде это вау, как круто. Заберу ваши драгоценности, ребятки. Вы не против? Да, я думаю, не против. Так, тут никакой двери. Мне просто нужно взламывать, как можно больше всего взламывать. Тут везде эти бочечки. Ой-ой, возвращается Анива. Они тут вдвоем ходят. Тут кто-нибудь есть? Никого. Никого, ребята. Все тихо и спокойно. Ау! Кто там? Так, он меня спалил, да? Он меня спалил. Ну, попытался. Попытался, по крайней мере. Следующая локация. Подождите, я случайно не вернулся? Да нет. Я не вернулся, я такого не помню. Блин, вот эти вот растения, какие вырастают с этой жидкости. Так, спокойно. Ну что ж, давайте, наверное, немножечко постреляем. Не та кнопка, дорогой. Ой-ой-ой. А, точно. У меня лук, точнее магия, шумит. Я сбросил себе, по-моему, изменения. И теперь она шумит, шумит, шумит. Так, стрелы. Что это было? Драконья костяная. Все-таки показалось. Да, тебе показалось, дорогой. И сейчас мы будем их отстреливать.
Готов. Блин. Они просто меня не видят. Бегают непонятно. Куда? Блин, если бы попал, было бы эпично. Да ну, что тут говорить? Они без каких-то либо... Без какой-то брони, без ничего. Они такие... Изи вообще. Так что я заберу у них стрелы. Драконьи стрелы. И отправимся дальше. Наверное, мне показалось. Да. Ты прав. Так, сейчас он будет возвращаться. И... Господи, куда ж тут идти? Нифига себе, какие локации. Масштабненько. Пощады! Эй! Блин, убежал. Не было сомнений. Пока, друг. Блин, обрыгал все равно, гад. Ладненько. Куда тут идти нужно? Ну ладно, ага, все нормально. Я, по идее, правильно двигаюсь. Блин, а что это за обновление? Что бесконечно? Просто жму вперед, он бесконечно котится и котится и котится. Что-то забыл, как это все работает. Так, давайте, наверное, я эбонит качну. Ладно, давайте ходить просто с одним клинком, это достаточно. Это вот с головой достаточно. Угу, тут какие-то ворота и, скорее всего, замочек. Да, сейчас будет взламывать. Облом. Ну, сундучок тоже взламывать, да? Облом. Ну, ладно. Блин, забирал тяжелый металлолом. Так, сейчас 100% какие-то жучки. Раз. Слушай, не попаду по тебе, дорогой. Не попаду. Блин, освещение, конечно, вау. Огромные две мирские, блин. Так хочется, чтобы в шестой части за две миров просто все рассказали, чтобы мы поиграли за две миров. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не, ничего не слышу. Ничего. Я не слышу. Так, сейчас должны прийти. Подождите, а что это за рычажок? Думаю, мне просто слышится. О! Можно было повеселиться, блин. Мимо. Ты издевайся. Нет, я их выключу все-таки. Блин, я бы хотел просто. Ну ладно. Это было бы. Надо было усеться и нажать. Ну ладненько. Надеюсь, сейчас ловушки не сработают. Офигеть, сколько там лута дорогого-то было. Итак, мы снова встретились. Снова ты? Жду с нетерпением. Так, дорогой мой друг, я тебе сейчас просто так все попродаю. Тебя продам. И одежда. Немножечко с одежды мы продадим. Ну, можно ожерелье это продать. Сапоги не хочу. Кузнеца неплохо. Щит. Перчатки тоже не будем продавать. Щит. Не, щит оставлю, потому что, может быть, он мне когда-то очень сильно понадобится. И здесь металлолом, который довольно тяжелый. Да и вот эти вот косточки. Мне так нравится иметь дела со смертными. Вау.
тихо и незаметно. Только сначала зайду в оружие и уберу стрелы. О, да. Это убийца. Настоящий убийца в тяжелых доспехах. Господи, это какая-то гремучая смесь. Это имба реально убийца. Обычно убийца, знаете, в простых тряпках. Ну, это сделано для чего? Для того, чтобы мы были вообще бесшумны. Так, ну я тут обязан их расстрелять с лука. Демерская стрела. О, черт! Они просто погнали туда. А, ну да, куда стрела приземлилась. Господи, какие плюшки такие яркие. Вау! Вы посмотрите, они еще взрываются, если в них... Ух ты! Это, наверное, вот эта вот жидкость, которая... С которой они меня... А если вот это вот, она взорвется? А нет, только вот эти вот штучки прикольно взрываются. Вау, прикольно, я не знал. Мелочь, да, но все равно. Так, а ну дайте-ка я сейчас сюда заберусь, посмотрю, там что-то есть или нет. Мне кажется, там что-то может быть, потому что, ну прям хочется туда забраться. Не, не хочется, ладно. Расстрел! Тебя сначала. Ага. Да черт подери. Мазила! Да, с этой скрытностью вампирской. Ты просто их расстреливаешь, и они ничего не могут. А, ну понятно, что они... Прямо в сердце. О, я вижу трусики. Ладно. Серьезная. Серьезная игра, а мы убийцы. И ничего личного. Тут кто-нибудь есть? Кого? А я хочу эти штучки полопать. Я не знаю, они такие пумс. 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 Что это за эффект двойной стрелы? Или мне кажется? Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Сфера, погоди-ка. Распадаемся. Тут была еще одна. Приехала посмотреть. Там никого нет. Не-не-не-не, дорогая, тут никого нет. Тебе просто показалось. И тоже показалось. Ничего страшного, что тебя что-то дамажит. Это, ну, бывает. Да, ребят, все-таки этот костюмчик, это нифига себе. Какой ассасиновский костюмчик. Стойте, я хочу сюда, а тут сундучок какой-то. Отсюда, наверное, кто-то выскочит. Выскочишь, нет? Странно, никого нет. Ух ты. А тут троица. Ну, это маги. А нет. Да, троица. Даже плоть не спасла. Немножко порастреливали, ребят. А куда же мне дальше? А, это ловушечка, я понял. Тебя я юзать не буду. Да что ж я ее нюхаю постоянно? Так, что у тебя есть? О, черт! Нежданчик! Лучше бы ты меня не замечал, друг. Лучше бы не замечал. Вау, как тут, блин, сделано. Прикольно все. Так, стоп. А куда дальше? А, это просто в окружную. А, все-таки мне нужно туда, куда ребята ходили тогда, да? Да, 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 да. В эту локацию. Трупики, 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 трупики. Это загадочная мелодия. Это паучки. Паучки мы сейчас на изи. Еще даже выдержал один удар. Я в основном забираю камни душ. Ну, иногда еще ингредиенты. Это масло.
блин, сколько тут локаций. Я уже, по-моему, в третью или в четвертую ныряю. Тихо, спокойно. Там ничего нет. Блин, мне нужны какие-то замки. Я хочу прокачать себе взлом. Ну, дайте мне какие-то замки прокачать. Вау, какие же высокие потолки. Когда вот такие вот высокие потолки, это делает локацию какую-то, ну не знаю, легендарность ей. Я бы сделал еще выше. Так, ты выскочишь, нет? Нет, никто не выскочит, а тут есть ловушечка. Главное теперь не нажать ни на какую кнопочку. Сфера, ну давай подеремся. Тяжелая броня немножечко прокачалась, неплохо. Но... Так, куда же дальше? Ну, дальше налево, ладно. Тут никого, ничего. В сундучке мы заберем камушки, камушки, камушки. Еще локация? Да вы издеваетесь? Тут прям нижний-верхний район. Тут целый огромный двеймерский город. Обалдеть. Только посмотрите. А, мы ж тут были, да. Только мы были снизу, а теперь я сверху появился. Так, мне можно пойти и туда, и сюда. Но я сначала сюда, потому что здесь, возможно, не нужно ничего взламывать. Облом. Мороза, заберу. Блин, было бы круто, если бы вот на сложности выживания разработчики все-таки добавили, знаете, вот замков, побольше замков, чтобы просто все надо было взломать, и просто так бы ты не прошел. Тебя обломались отмычки, ты такой, нет, нужно бежать. Ого, нифига себе делегация. Ребят, там главарь. Да-да-да, сильная. Ну что ж, давайте помахаемся. Оу! И как всегда. Так, стоп. Эльфийские доспехи мы, наверное, заберем, а все остальное не буду. Так, ребятики, приветик. Отдыхай. И ты тоже. Стошнило чуть-чуть. Чуть-чуть стошнило. Так, это еще не все. А где еще один? А, вот. А, это ж, наверное, добивание без щита и без второго оружия. Они разные. Обалдеть. Вы видели, как он по лбу едет? Но! Железной перчаткой. Жестко. Жестко, жестко, жестко. Да что такое? Тут все открыто. Я просто думал, банально открыта дверь. Может быть, она была бы под замком. Но нет. Нетушки, нетушки, нетушки. Еще одна локация. Аркванкс. Ладно, наверное, неправильно прочитал. О боже, вы только посмотрите, сколько там этих лоз. Ой, кто это? Ну, сферы едут. Такие прикольные. Господи. Там какие-то ловушки сверху. Так, нужно быть поосторожнее. Тут в основном никого нет, только роботы одни. Смотрите-ка, можно нырнуть. Воу. А тут, ребят, мы подеремся. Давайте, наверное, я сохранюсь. Сфера, привет. Одна готова. Ой-ой-ой-ой. Больновато. Вторая готова. Третий. Четвертый. И пятый. О, да. Блин, мне так нравится, когда он так вот бежит, такой... Как будто с какого-то аниме, знаете, руки в брось и такой.
Так, нет, я туда падать не хочу. Ну да, тут уже видно, роботы перебили всех ребят. На сундучок. Щит. Простой щит. Ну, простой щит мне не интересен. Больше никто? Я думал, тут еще две сферы сейчас выскочат. Ой-ой-ой-ой-ой, ребят. Центурион с собственной персоной. Ладненько, дорогой мой друг. Файт! Погнали! Ой-ой-ой-ой-ой. Имба! Что я мог сказать? Бум, как хорошо, что это баллиста не стрельнула. Зачем мне тут в скрытности идти, если я тут всех все равно валю на изи? О. Баллисты можно... А, нет, нельзя стрельнуть. Те меня, наверное, просто-напросто не слышат. О, я так и знал. Одноручная повышается до 70 уровня. Интересно, на 70 можно что-то починить? Одноручное оружие. Стрельба, одноручное оружие 70. О, да! Силовые атаки с двух рук наносят на 50% больше урона. Господи, куда ж там еще больше? Так, тебя качнуть не могу. А вот костолом, мечник. Давайте мечника, потому что у меня как раз-то меч. Теперь наносит сильнее криты. И плюс силовые атаки с двух рук вообще в салат. Всех... Они и так превращали всех в салат. А теперь это будут вообще салатницы, салатницы, салатницы. Всем салатницы, салатницы. Ой-ой-ой, наш персонаж, по-моему, здесь. Потому что маркеры показывают, видите, что мне не нужно заходить ни в какую локацию. Я хочу сохраниться. Вот он где-то здесь. Вау. Давайте попробуем свистнуть у него что-нибудь. Так, у него, кстати, можно довольно много всего свистнуть. У него эбонитовый кинжал Бурана наносит цели холодом, также запас силы. Я его хочу свистнуть. Нормальненько он смотрит, я у него ворую вещи. Заберу, заберу, заберу. Карманные кражи вообще. 99 уровень. Даже ничего не заподозрил. Тут кто-нибудь есть? Сообщить Периайту о смерти. Несравненного разрушения. Заклинание разрушения на 25%. Здоровье восстанавливается на 20% быстрее. Бонитовые сапоги, вещички, и я перегружен. Вот это да. Вот это жесть. Ну что, ребят, на этом все. Ну что ж, я сегодня планировал его убить, а все-таки щит уже не успею получить, потому что времени у меня нет. Хотя, может быть, успею, а? Сейчас я быстренько в таланты. У тебя множество. Жду с нетерпением. Жду с нетерпением. Так, что я такого понабирал, что я опять перегружен, черт подери. Так, одежда. Надежда, одежда сапогов набрал. Ну, вот, броня. У него нет денег, но мы будем качать себе. Это мои сапоги, не продавай их. Вот его. Также эльфийский. И, в принципе, все одеяние можно было продать. У меня просто дофига вот таких вот вещей, которые мне не нужны. Отдали бесплатно. Мне так нравится иметь дела со смертными. Еще было бы классно, если бы тут был быстрый выход. Но он по-любому должен быть. Но, наверное, не здесь, да? И мне теперь нужно маршрутик совершать. Давайте сейчас будем не спешить, потому что я могу кое-что пропустить. Может, тут что-то есть интересное где-то?
Но нет, 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 я ничего не вижу. Подождите, а там пройти можно? Можно, но оно это не нужно. А есть какие-то двери? Есть, есть, есть. Вот, смотрите. О, отлично! Сундучок с дорогим лутом. Ну, честно говоря, не с таким уж и дорогим лутом, ну ладно, о, ворожея. Так, ладно, все-таки я получу. Малышка, наверное, меня убьет, потому что уже заждалась, но нужно получить. Ага, и вот мы вышли, мы здесь. Ха, отличненько. Ну что ж, давайте отправимся к Периайту. И скажем ему, что все, мы выполнили его задание. И получим наш артефакт. Как всегда, наш старит. Хорошо, смертный. Все приведено в порядок. Аркендор спустился в ямы. Он будет наказан за предательство. А тебя ждет награда за покорность. Мне не нравится быть игрушкой в руках Даэдра. Однако, воля моя была исполнена тобой. Почему, интересно? Что будет с содержимыми? Кто-то остался в живых. Одержимые лишь сосуды моего благословения. Оно перейдет к другим через их касание и через мое. Другой смотритель займет место Аркендора, когда придет время. Грибочки. Ныне все очищено и приведено в порядок. Что теперь? Иди ищи свою судьбу. Я буду следить за тобой, и, возможно, мы встретимся снова. Да ладно. Хорошо, прощай. Прими порядок и жестокую правду. Прощай. Единственное лекарство выполнено. Так, стойте, а он не дал уже тот артефакт, который должен был дать? Или меня накололи? Да, ребят, разрушитель заклинаний. При блокировании создает оберег, который защищает от заклинаний вплоть до 50 единиц. Не 50%, а 50 единиц. Доспех 69, вес 12. Скорее всего, его можно улучшить. Ребят, напишите, можно ли его улучшить. Вау, это необычный во всех смыслах необычный щит. Во-первых, он выгнут вот так вот. Прям напоминает какую-то спутниковую тарелку. Ну, серьезно. Вау, ребят. Вау, вау, вау. Ну что ж, я хочу его примерить. Какой-то он, конечно, маленький. По сравнению с... Да, вообще такой малыш, малышка. Ух ты. Смотрите, какой эффект. Вау. Вот это круто! Ну, то есть, это оберег, ребят. Оберег еще создает. Ну что ж, мы с ним поиграем. Мы с ним поиграем, ребят. Ну что, на этой нотке я буду заканчивать. Всем огромное спасибо, что смотрели, ребят. Ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, комментируйте. Мы дальше будем проходить эту легендарную игру The Elder Scrolls 5 Skyrim. Сложность легенда. Все, это был канал. Если... Это был мой канал. Если вам понравилось это видео, порекомендуйте его друзьям. Ссылки в соцсети там внизу. Вы этим мне очень сильно поможете. Спасибо вам, друзья. Пока.